наберет на телефон. Пусть наберет. Мы уже, получается, практически спускались, заходили на посадку, и вдруг непонятно, что было, самолет закачало в стороны, и буквально это все происходило на секунд 6-7, не больше, вообще было все быстро, и самолет упал, перевернулся практически на 180 градусов, и, ну, то есть, и проехались немного, в смысле, уже образовалась трещина, вследствие нее мы с другом быстро помогли нам, со всеми людям, которые эти ремни безопасности освободить, и мы ушли. Уже начали людей развозить по больницам, по некоторых даже повозили в реанимацию. Значит, нам проводили опрос, надо ли нам жилье в Донецке, как бы мы отказались, и, ну, в принципе, больше мне добавить нечего, это просто кошмар, надо разбираться с произошедшей ситуацией, потому что по предварительным данным, у самолете во время осуществления посадки в аэропорту Донецка отказал двигатель.